вот этот крем. Только что дождь прошел. Я вот, знаете что, мне вот больше всего удивило, это то, что я там ландыши нашел в начале влоги. В начале влога где-то по пути. Но, наверное, я не буду снимать внутри Кремля, потому что там, наверное, нельзя будет снимать. Я не знаю, смартфон оставить здесь или с собой взять, не знаю. Но знаете что, ощущение? Если ехать, допустим, из какого-то далекого места, далеко от Александрова, вы будете, грубо сказать, разочарованы. Потому что, ради того, чтобы проехать 240 километров и увидеть вот эти вот стены Кремля, и не весь город в церквях, а это... не то, понимаете, немного огорчен я. Мы сейчас куда идем? В Кремль. В Кремль? Сейчас. Сейчас зайду в Кремль и выключу съемку. Сейчас, я думаю, можно отключить съемку. Давай сейчас на стоп.